Всем доброго времени суток, вашему вниманию представляю автомобиль Toyota RAV4 2021 года выпуска, объем двигателя 2,5 литра на автоматической коробке передач. Задние дверные карты и заднее ряд сидений в отличном состоянии, салон у нас в кожаном исполнении, для задних пассажиров имеется задний подлокотник с двумя подстаканниками, также имеется две розетки на 12 вольт и дефлектор от петля, также для задних пассажиров есть подогрев сидений. Передние дверные карты и передний ряд сидений также в отличном состоянии. Данный автомобиль оснащен четырьмя электростеклоподъемниками, электрожгуревкой и зеркал с подогревом. Также имеется функция электронного складывания зеркал. Все отлично работает. Также имеется двухрежимная память сидений, датчик света, обогрев лобового стекла, обогрев руля. Также имеется функция электронного открывания, а также закрывания багажника. Мультируль, управление голосом, круиз-контроль, электронная приборная панель. Потом двухдиновая, отличная штатная мультимедиа с отличнейшим звучанием. Также имеется двухзонный климат-контроль. Также имеется два передних обогрева сидений, система стабилизации. Здесь у нас расположена USB-розетка на 12 вольт. Также автомобильный прикуриватель, также розетка на 12 вольт. Автоматическая коробка передач. Беспроводная зарядка. Также имеется авторучник. Пневмоподвеска, несколько режимов езды, то есть система помощи при спуске с горы, снег, эко-режим, городской режим, спортивный режим. Также имеется два подстаканника, центральный подлокотник. В нем у нас расположен также два разъема под USB. На данный момент автомобиль запущен, никаких ошибок двигатель не выдает, посторонних шумов не имеет. Пробег на данный момент составляет всего лишь 13 тысяч километров. Если вас заинтересовал данный автомобиль, всю информацию о нем, а также наши контактные данные вы сможете найти в описании к объявлению. Автомобиль вы можете приобрести в автокредит по системе Trade-in и также за наличный расчет. Находимся мы по адресу Пушкинская, 48, автосалон столица.